году, но отложили. Потом 48-й отложили. 55-й год уже на нас шла целая армада. 77-й год. Каждые 2-3 года должна была начаться война. А вы сейчас, давайте подождем. Давайте, вот заполыхает, как горловка. Я не говорю, что надо ждать. Вы куда будете бежать? Когда у нас будут падать бомбы, куда вы будете бежать? Даже никуда будет не убежать. Куда? Вы понимаете? Надо вот остановить, чтобы над Россией ни одна бомба не упала. Давайте подождем. Да, пожалуйста. Вот Сталин ждал уже. Потрясающие вы люди, честно говоря. То есть, вот казалось бы.